Всем привет! 29 октября, Донецкая область. Всходы озимого ячменя. Посеяли в срок, а всходы только начинают проклевываться, а уже почти ноябрь. Так получилось из-за полного отсутствия осадков. Аномальный год продолжает нас испытывать во всех направлениях. Затяжная осень, хорошие осадки могут исправить ситуацию. Но на это большой надежды уже нет. Большой риск пересева весной. Когда сеяли, влаги в почве вообще не было. Даже на глубине 20 сантиметров все было абсолютно сухо. Напишите в комментариях, у кого какая ситуация в этом году со всходами. Всходы озимой пшеницы. Такая же картина. На первый взгляд вообще кажется, что ничего нет. Такие же вялые, чахлые, такие же поздние. Посев был в то же время, что и ячмень. На следующий год вообще есть риск остаться без хлеба. Климат явно меняется. Осадков все меньше. Нужно к этому как-то приспосабливаться. Если наступит ранняя зима, то на этих полях весной будет все пересеиваться. С этой посевной уже ждать будет нечего. У меня все. Всем хорошего урожая. До новых встреч на канале.